3 июля в городе Уфа в спортивной школе номер 34 состоялся 5-й летний кубок города по карате, в котором приняли участие около 100 спортсменов из разных городов Республики Башкортостан. Организаторами чемпионата является Федерация карате Республики Башкортостан. Организаторами этих соревнований молодежного кубка по карате была Федерация карате Республики Башкортостан, а также Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан. Кубок города – это реальная возможность для спортсменов проявить себя и набраться опыта. С каждым годом увеличивается количество его участников, а вместе с этим и уровень их мастерства. Это доказывает, что качество организации чемпионата растет. Вот эти непосредственно вот эти соревнования – это были стартовые соревнования после летнего отдыха, наверное, да? И у некоторых ребят это были летние лагеря и сборы. Вот это были стартовые соревнования перед началом сезона для того, чтобы проанализировать состояние спортсмена, в каком они состоянии, какая у них скорость, да, и над чем им нужно поработать, дабы подготовиться более-менее к чемпионату республики, который состоится в ноябре месяце. Возможно, кстати, у нас в городе Кумертау. Это еще решается. Наш город на соревнованиях представляли 4 спортсмена с клуба «Легион». Спортсмены участвовали в программе «Кумите». Все наши участники оказались на пьедестале. В своих возрастных весовых категориях Вельможин Роман, Азамат Юнусов и Юлия Петревич заняли 3 места. Ну, у меня очень хорошее впечатление об этих соревнованиях. Я дома долго готовилась к соревнованиям, на тренировках тоже готовилась. Мне все очень понравилось. Но я извлекаю из турнира, как опыт, все как свои плюсы, минусы. На будущее, буду стараться еще лучше, чтобы было. Без побед спортивный клуб не уехал. Арсений Лапин в финале в тяжелейшем поединке одолел спортсмена из Уфы. Соперники были тяжелые, они хорошо работали, но я старался и победил всех. Я выполнял установки тренера. Он мне говорил, как, в самом последнем бою он соперник был очень большой, он Павел Аркадьевич мне сказал такую тактику. Он или делает кизами или геакуцуки, а потом урамаваши. Я разгадал его тактику и встретил ему в живот геакуцуки. Я заработал 1 балл. И я придержался с этим 1 баллом. И я выиграл. Закончился чемпионат, конечно же, награждением. Очень приятно видеть радостные лица ребят, которым вручают почетные грамоты и медали. Коллектив телекомпании желает спортивному клубу «Легион» дальнейших побед, а также развития в своем спорте.